Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду печь мои любимые сосиски в тесте. Я думаю, нет такого человека, который бы не любил сосиски в тесте. Сегодня они будут у меня необычными, веселыми, в форме зайчика. Также я буду печь их 100 штук. Посмотрим, что выйдет из этой идеи. Поехали! Тесто у меня будет дрожжевое. Для начала приготовим опару. В мисочку отправляем дрожжи и сахар. Сюда также чуть-чуть муки положу и залью теплой водичкой. Хорошо все это замешаю. Опара готова. Теперь накрываем опару полиэтиленом и оставляем на 15 минут для того, чтобы дрожжи ожили. Итак, замешиваем тесто. В чашу миксера отправляю теплое молоко. Отправляю сахар, сюда же отправляем майонез, яйцо, ванилин, соль. И нашу опару. Также добавляем муку. Размешаем. К тесту отправляю мягкое сливочное масло и продолжаю замешивать. Тесто готово. Накрываю шапочкой и отправляю в теплое место на расстойку. Я заранее очистила сосиски от кожурок и также просушила бумажными полотенцами. Посмотрите, как их у меня много. Вот и готово наше тесто. Давайте посмотрим, каким оно получилось. Тесто увеличилось в 2 раза. Оно пышное, нежное и очень мягкое. Теперь будем формировать наши сосисочки. Разрезаем тесто на кусочки, на вот такие. Делаем вот такие колобочки и отставляем. Колобочек превращаем в лепешку. И заворачиваем в жгут. Жгутик раскатаем до длины 35-40 сантиметров. Из жгутиков формую зайчиков вот таким образом. И делаем глаза из гвоздики. Вот такой симпатичный зайчик у меня получился. Колечком обхватываем вот эти узелки. И вставляем сосиску. Немного подкорректирую мордашку. И опять сделаю ему глаза из гвоздички. Еще один миленький зайчик готов.
Яйцо взболтала с молоком, теперь смажем наших зайчиков. Отправляем выпекаться наших зайчиков на 15 минут при температуре 180 градусов. Вот и испеклась первая партия зайчиков. Вот и готовы зайчики. Пока остальные зайчики выпекаются в духовке, я разложу этих по коробочкам. Это угощение для детей. В этом деле помогает моя сестра. Надеюсь, что детям понравится моя красивая и вкусная выпечка, потому что мы со своей сестрой старались от всей души. Пеките такую красивую и вкусную выпечку от всей души. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!